Друзья, готовлюсь в поход. С горной местности. Вчера проходил концерт Валерии. Сегодня мы передвигаемся на другой аул. Будем петь песни. Ой, земляк мой. Когда стоишь на берегу, совершенно непонятно, то ли ты движешься, то ли река. Вот этот перрон абсолютно. Такое есть у нас очень течение. Река Кубань. Улыбку пришлю. Вот хоть кто-то меня на лошади стал. Фото есть. Я бы взял ведро. Всех поразили певица Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин, которые неожиданно для всех пропали и долго не выходили на связь. А потом в интернете появились вот такие вот фото. Валерия на коне, в палатке и, страшно сказать, в спальнике. Что это было? Сейчас, надеюсь, и узнаем. Валерия и Иосиф. А, впрочем, я не буду говорить, где они. Увидите сами. Когда зима устанет где-то на полпути, когда растают реки, будут идти дожди, эти дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна. Через год я не вернусь сюда, но кто тебя опять об этом просит? Когда мы расстаемся навсегда, уютно. Валерия и Иосиф, встречайте в студии Центрального телевидения. Добрый вечер. Добрый. Это, конечно, здорово, потому что НТВ – это территория, во-первых, живого звука, во-вторых, музыкальных экспериментов. Но я впервые с гитарой. Кстати, да. Я впервые в останки у костра. Вот, и я тоже. Главное, не сгореть. А, что... Объясните, это было. Может быть, вы готовитесь как-то имидж сменить? Но может нет. быть, Грушинский фестиваль наш был? Когда закончился наш поход, вот это, о котором мы сейчас поговорим. Это настойчивые друзья просто. У меня тоже возник вопрос, что с нами было? Что это было в нашей жизни?
Это был эксперимент, это был какой-то вызов самим себе, потому что до этого я, например, лично никогда в жизни не сидела на лошади. Не говоря уже о том, чтобы много часов идти, сидя на ней, слушай, по горам, по обрывам. Было ощущение, что ты занимаешься всю жизнь. Спортом. Я хочу сказать, Вадим, первый день мы шли на лошади 8 часов. 8 часов. Мы поднимались на высоту до 3000 метров. Первый час мне было жутко страшно. Второй, третий там, и так далее, я думала, когда же это кончится. Но последние несколько часов я впала в какую-то прострацию, у меня состояние было какое-то медитативное. Мне уже было все равно, сколько идти. И уже 10 часов и или 8. Я уже не чувствовала ни усталости, ничего. И была какая-то цель – дойти и, по сути, выжить. И у нас это получилось. Слушай, а скажи, вы умеете вообще с походной вот этой атрибутикой как-то справляться? Там, если палатку поставить, костер разжечь? Я сейчас расскажу тебе штуку. Я купил с собой 2 душа. То есть ты вот примерно вот такие бочки купил? Да, да, да. Купил 2. Уже только на последний день мы разобрались с этой штукой, потому что мы купались там в озере. Я не знал, когда закончится этот поход. Вот так, вот так. Я просто сошел с ума от этой поездки поначалу. А потом мне стало этого не хватать. Мы спали в палатках. Просыпались утром, у нас палаток было приличное количество, были пару людей, которые храпели, вот как раз парень с Украины. Медведи отгоняли, как да, шутили остальные. А ты храпел? Ну, у него рядом я, если он храпит, я делаю волшебное. Нет, была смешная сцена, знаешь, я проснулся в одну ночь в палатке. Это, слушай, очень смешно было. И вдруг Йосиф меня так толкает, я просыпаюсь, что такое? Йосиф говорит, это не ты храпел. Я говорю, что? Он потому что когда-нибудь он меня за этим занятием заставал. Ну, понятно, удобств не было. Было настолько рядом, удобства стояли кусты. Палатки. Я вот Леру еще помучаю, ну и тебя, собственно, вопросом. Давай. Раз ты говоришь, что ты такой крутой джигит, ну. Можешь, вот мы сейчас засечем время, разобраться вот с этой штукой. Давай, пока вы будете разговаривать. Да. И в костер ее. Слушай, у нас, конечно, было... Отчет пошел, вот скажи мне честно, как представить звезду российской эстрады, большую звезду в кустах, без туалета, без умывания. С фонариком! Лера говорит, ты что на меня светишь? Смешно было другое. Первый раз мы попали в Тиберде, поднялись в гору, и тут женщина говорит... Я говорю, что случилось? Валерия! Я говорю, что такого-то? Я не верю своим глазам. Нет, около я бы заикой остался. Значит, я говорю, послушайте, ну давайте я вам сделаю живой фотографии. Она говорит, это невозможно. Йось, время давно вышло, ты справился, молодец. Давай-ка тушить пожар срочно. В смысле, костер наш лесной. Проверим, как это работает. Нет, Лер, ну ты привыкла к этому, ты куда убегаешь? Дым, угар, дрова. Доверяй, но... Работает. Все работает. А что работает. А вы думали, что я не справлюсь? Знаем, как телевизионная дырка. Кстати, я могу сказать, что у меня нормальные руки. Я могу и лампочку вкрутить, если что. Да? И гвоздь забить. Лампочку, предположим, я могу вкрутить. Я хочу тебе... Честно, вот ту штуку, которую мы сейчас собрал, я хочу тебе ее подарить, потому что, спасибо. Наверное, вы были первый раз в таких походных условиях, но теперь, наверное, точно уже не последний. Обсуждать с вами ваши замечательные подробности летней жизни без туалета и удобств, особое какое-то удовольствие, можно бесконечно, но я знаю, что вы опаздываете на... Самолет. Я не вернусь сюда, я к вам вернусь сюда. Вот, правильно. Ты вернешься не только через год. Я надеюсь, что мы увидимся за этот год ближайший много и много раз в нашей новой студии. Спасибо вам огромное. И еще я хочу сказать об одной вещи, признаться и нашим телезрителям в том числе, что я действительно не очень хороший человек, потому что не поздравил Леру лично с потрясающей датой, красивой датой. С днем рождения. С днем рождения тебя, дорогая. Я желаю тебе здоровья, ну и, конечно, совместной, счастливой жизни. Спасибо вам огромное. Я обещаю заходить на странички Валерия и Иосифа, ставить там лайки.
Ну, а вы заглядывайте, как они поцеловались, заглядывайте в нашу студию. Спасибо. В общем, будем встречаться в виртуальном мире и в реальном. Мы с тобой сегодня говорили про путешествия. Мне интересно, все-таки есть ли какое-то самое, может быть, запоминающееся тоже путешествие из всего, о, да, что было? О, да. Расскажи мне. 2 года тому назад. Наверное, через 10 лет я отвечу точно так же. Вряд ли что-то случится со мной более экстремального. Вам интересно даже. Мы ходили в горы Карачаево-Черкесии. Это был конный поход. Ты можешь себе представить? Конный. Я до этого ни разу даже на лошадь не садилась. Да не может такого быть. Да. Я говорю, я подписалась, я не знаю, зачем я на это все подписалась. Это такой риск, конечно. Риск колоссальный, абсолютно неоправданный. Повторять это не надо. Но, тем не менее, это было безумно интересно. Представляешь, мы преодолевали расстояние по много километров. Всего мы прошли... Мы прошли порядка 100 километров за 5 дней. Ничего по горам, себе. Это же не по прямой, по горам. Лошади совершенно потрясающие, они как горные козы, они карабкались просто по вертикальным вот этим скалам. Это что-то вообще ужас. Ужас, как я боюсь высоты. Зачем тогда? Я же не знала, что будет так. Я не представляла, что это будет экстремальный поход. Причем климат менялся, внизу жарко, естественно, а внизу там уже все, там уже даже растений никаких нет, одни камни. Холодно, дождь. Это был экстрим самый настоящий. Жили мы в палатках, совершенно никаких удобств, ничего. Пять дней, да, ты говоришь? Пять дней вот такого вот испытания. Такое. Слышь, как переформатировало. Ну, ты знаешь, я тебе скажу, мало того, что это был цифровой детокс абсолютный. Угу. Мы вообще, у нас телефоны не работали. Была спутниковая связь, раз в день просто звонили узнавать, все ли в порядке у наших близких. Я в тот момент, знаешь, ты настроен на выживание. Поэтому ты думаешь только... Ты забываешь вообще, кто ты, кем ты работаешь. Ты даже, стыдно сказать, ты забываешь о своих близких в этот момент. Ты забываешь обо всем на свете. У тебя есть задача, ты должна ее выполнить. И только вечером, когда уже нам оказались в палатке, думаю, ой, господи, а мои-то там как вообще? Но это был удивительный. Я даже не представляю. Это была удивительная поездка. Это такой какой-то эксперимент совершенно... Остаться в живых. Остаться в живых, да-да-да. Повторять такое не буду. Вот я только хотела сказать, второй раз ты уже нет, повторять такое не буду, хватит одного раза. Конечно, экстремалка оказалась. Вообще нет, но так случилось.